сейчас заводили. Женщина, а почему от вас запах алкоголя такой? Ну что это делает? А тебе кто позволил здесь вообще меня собирать? А ты меня не снимаешь? Тихо. А ты меня не снимаешь? Ты что говоришь? А ты убери это. Еще раз говорю, уголовный знак я для вас. Да, я вас не спрашиваю. А ты мне докажи, что я тебе разрешил тебе снимать. Она одного человека уже ударила. Я только вас убью. А вот кальчик стоит. Гранины, это самые проплаченные гумняки. То, что вот эти машины нарушают, я вообще согласен на 100%. Вот этот ряд. Потому что 12.4 гласит, что транспортные средства на тротуаре должны парковаться только если установлена информационная табличка. И их там несколько разновидностей. Как парковаться? Либо частично, да, либо полностью. Параллельно. Если останавливаешь, там снимают, да? С этим я согласен. Вот здесь, где аута. Здесь нельзя стоять. Я ставил, мне 3000 пришло. Отсюда, да, наверное? Ну, а наверное. Там, а здесь? Тоже нельзя, нигде это нельзя, это тротуар. А сейчас где поставить, ладно? У Собянина спросить. У всех? Снимать сейчас будете? А? Всех эвакуировать. Лучше, да, побыстрее убирать. Там ничего нет. Водитель. Рано показал, но вообще зачем это белый, можете сразу брать. Только что заехал. Мы думаем, правда сделали для Москвы, все прям так сделали, а теперь не знаешь, где искать. И что тогда сделали? Мы же не едем. А что я нарушила-то? Я же объяснил. А я еще не приехала и не уехала. Вы остановились, вы шли остановку. Ну и чего? Нарушение, не, ну все остановились. Да где это нарушение? Значит, скажите Собянину, покажите мне. Скажи, чтобы Собянин этого не делал. Ну а где же тогда парковаться-то людям? Если вот там нельзя, здесь перехватывающие парковки нет. А где перехватывающие парковки такие? Я не знаю, этим не занимаюсь. Ну и что дальше? Не, ну тогда себе не могу говорить, а мы чем пришел? Девушка, ты тут пришел. У меня их нет. Что вызывает наряд полиции? Девушка, вы абсолютно правы по поводу Собянина. Полностью вас поддерживаем. Чего? Полностью. Я мне ехать надо, нет, я опаздываю. Документы предоставьте, поедете. Зачем вам? Чтобы составить постановление. На что? Чтобы вы паркуетесь. А я еще не парковалась. Я сейчас еду. Совершили остановку. Какую? Остановку. Где остановка? А что, мне в туалет нельзя сходить? Я в туалет хочу. Что мне помириться надо? Надо где написано? Где Коля? Правила, значит, да, ладно, пускай выйдет. На чем там нет прилетались? Вон сама. Документы. Женщина. Я вас сейчас заблокировали. Подожди, достану.
полиции. Чего меня схватили-то? Я вас сейчас нарушил. Девушка, передайте документы, пожалуйста. Вам 5 минут вынесут. 5 минут. Я к вам подошла. Девушка, не надо. Можно? Вы сказали нет. Я говорю, хорошо, я ушла. Я только подъехала на секунду. Зачем? Вы мне сказали, я вас подошла. Спросила. Я к вам подошла. Я у вас спросила. Можно? Вы сказали нельзя. А вы мне свой документ покажите. Что? Свой документ покажите. Пожалуйста. Я у вас только спросила. Значит, раз нельзя, я поехала дальше. А вы не... Вы уже совершили административное правонарушение. Где? Потому что вы совершили остановку на проезжей части. Вы осуществили остановку на тротуаре. А как мне узнать, можно или нельзя? Знаками. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Ну, если здесь парковка стоит, почему же нельзя? Где здесь парковка? Где знак? Ну и что дальше? Вы просили мой документ, я вам предоставил. Ну, дальше. У вас, как у милиции, спросила, ваши можно? Документы. Вы сказали, нельзя. Ваши документы. Вы мне сказали, что нельзя? Ваши документы. Ну что мне, я только подъехала на секунду. Сюда, как вы сюда подъехали? Здесь тротуар. Ну тут же нет написано, что тротуар. Где написано? А как должно быть написано, что это тротуар? Ну, там скажите, же пожалуйста. Есть. И что, там что есть. Там въезд? А что, если есть, есть. Это что, тротуар? А что это? Это здесь не тротуар. Парковка. Здесь где знак парковки? Вам постановление составят, 5 минут, и вы поедете дальше. Ко мне привязались. Не только к вам. Вон вся Москва стоит, вы никого не трогать, ко мне прицепились. На выборах мэра делайте выводы. Не знаю, я вижу только ко мне одной, больше никому. Вон машина заехала, уехала. Вы просто скандалите, а все тихо, спокойно. Я у вас подошла и спросила. Сюда? Я к вам тоже. Хорошо, я поняла. Вы мне сказали, на секунду. Я заехала, спросила, можно? Вы сказали, нельзя. Все, я поехала, все. Зачем же вы хулиганите так? Вы хулиганите, вы нарушаете, не выполняете. Вот это самое, все стоят, вы прицепились только ко мне. А я вас только спросила. На одну секунду спросила у вас. Я у вас спросила на одну секунду. На одну секунду я могу остановить за 10 секунд. Можно? Да. Можно? Можно? Хорошо, я узнала, что запрещено. И поехала дальше. Ну вы же. Я тут немного задерживаюсь, у меня проблема. Я тебе потом перезвоню, скажу. Ты иди там, кроме там. Она же не поставила на целый день, правильно? Ну я тебе сейчас брошу телефон. Сейчас брошу, а ты тогда иди и снизу. У сотрудника нет, он определяет, что знак. Давай. Нет, она просто. Я имею право у полиции спросить, я занавесила на 10 минут. Могу. Где написано, что здесь... Хорошо, покажите, где здесь остановка запрещена. Хорошо, мне эвакуировали. Знак есть? Есть знак «Остановка запрещена»? Где? В чем нарушено? Где? Собянин сообщил всем, всей Москве, что у нас перехватывающие парковки везде. На спальных районах. А где она перехватывающая? А где тогда? Как там ехать в центр? Мне надо ехать... Жертва Собянина, кажется. Сюда. Где здесь? Или вы здесь деньги хотите получить совсем? Да, как всегда, у нас полиция любит за это себе погоны получать и деньги. Вы никогда нормально... Вижу. Вот вы хотите заработать их таким способом, понимаете, дешевым. А причем большие, работу выполнять надо грамотно. Какую? Конечно. Документы, если у людей на деньги гасить. За что? За что? Я остановилась у вас спросить, я имею это право. Где написано, что я не имею права? А зачем тротуар заезжать? А где написано, что это тротуар? Где вы увидели тротуар? Где знак? А где знак, что здесь въезд запрещен? Где, покажите? Я вам еще раз объясняю. Где знак стоит, что запрещено? Я вам еще раз объясняю. Значит, вы мне объяснили? Я поняла. Вы мне на секунду объяснили? Я это поняла. Сказала, хорошо, я уезжаю. Если вы сейчас уйдете, ваша машина будет эвакуирована. Почему я уйду? Я отъеду, да и все. Куда положено? Зачем вам они нужны? Для составления административного... Что я нарушила? Статью 12. Какую? Я у милиции остановилась спросить, можно или нет. Я у вас спросила, можно или нет. Вы сказали нет. Я сказала, хорошо, я уезжаю. Вы бы остановились на проезжей части. А это что? Где написано, что это тротуар? Где? Тротуар – это когда он огорожен. Чем? И есть пешеходные дорожки. Бордюром. Вот бордюр. Где? Нет, он с двух сторон. Тротуар – это тротуар. Давайте посмотрим, что такое тротуар. Давайте. Вот. Я сказал, он всех выезжает. Вы тогда всех давайте. Вон, за один выезжает. Вот.
штраф. Не штраф, штраф ни за что. Сейчас даже на машине не пухнешь ни хрена. Давайте трогать, а что ко мне прицепились? Ну давайте, а чего ко мне прицепились? Девушка, не только к вам прицепились. Вы правы, вы все правильно говорите. Вы все правильно говорите про Собянина. Просто на мэрских выборах делайте выводы. Не надо мне делайте снимать, выводы. Что меня сейчас снимаете. Идите вы нахер. Спасибо. А у вас нормально разрешение? Вы кто? Да, а вы чего? А вы что, больной? Я? Да, а что вы стоите здесь и около нас прыгаете? Мы не прыгаем. А что вы делаете? Мы хотим вас успокоить, чтобы... Нет, вы себя успокоите, еще прыгаете. Не, а что вы с этой... Я вам разрешил себя снимать, а то я вам сейчас шарахну и успокоюсь. Я вам разрешаю, Андрей Викторович, снимать. Есть подозрение, что вы в алкогольном состоянии просто находитесь. Вы больной? Я нет. Ну идите лечитесь, а у меня подозрение, что вы псих. Вы дайте мне справку, что вы не псих. У вас снаружи написано. Ну, вроде ничего. Вот стоит тут этот самый с бородой здесь. Чего дурацкое-то всем нравится? Хорошая у меня борода. Нормально борода. Турецкая борода. Дурацкая это у него. Чем не угодила борода орла, никому не известно. Вообще, как бред, всем нравится, нравится. Первый человек, который... Да, это, наконец-то оброс, а то... Пока мы там... Николай, как вам нравится то, что происходит? Приветствую. Вот этот человек 2 года здесь борется с этой... А это вы тут все устроили, да? Николай борется 2 года с этой парковкой, с стихийной. Пытаюсь бороться. Пишет письма, да. Но видишь, там уже получше стал. Не, у нас полицейский повезло. Полицейский повезло, да. Сейчас его папа еще принесет. Первые люди, как увидели камеры, они сразу начали разъезжаться. То есть сила камеры. А что это происходит у нас? Я не знаю, заехал что-то. Весь тонированный, весь. Опять прокурор? Проверь? Весь тонированный. Да. Номера надо у него. Бомжи. Вас пока инспектор не остановил, вы просто лежите. А вот эти вот, а это бомжи стоят, лежат спокойно. Когда остановят инспектор, тогда остановят. Но людей это сбивать на тротуаре нельзя. Идите отдыхайте, придурки. Мы не напрягаемся. Лежите, лежите. Глаза вас это вот сюда, прям лежите все. А эти придурки... От вас что-то запах алкоголя исходит, мне кажется. Сходите, скажите, что предупреждение, все прочее. Господа, вот смотрите, там парковка, да? Нет, нет парковка. Там тротуар. А кажется, нет, они нам доказывают. Видите знак, видите размер. Въезд по плитке для слепых. Вот сюда заезжают люди. Ну, вот здесь, смотрите, скажешь, вот там и есть заезд в торговый центр, во-первых, раз. Торговый центр, заезд да. Да, как для разгрузки и погрузки специально сделать. Сюда нет вообще заезда. Знаки здесь есть? А знак вот какой? Вот именно. Ну, вот я вам поэтому и говорю, что знаки ни есть. Ни знака, ни раз о том, что парковки здесь нет. Знак о парковке. Знак о парковке тут нет. Знак парковки-то нет, я поэтому вам вот там говорю. Есть знак, идите, сходите, посмотрите. Знак парковки есть? Конечно. Серьезно? Да. Давайте вместе сходим, если он есть. Я прям ну, с утра он был, во-первых, понятно? Они сейчас сняли. А, с утра он был? Да. Ну, сняли. Ну, если вы, значит, вы его сняли. А мы значит, его сбили, то есть, да. Может важно. Быть, вы его и украли. Точно. Напишите заявление. Я меня. Ничего писать не буду. Как так? Ну, общий знак, общественный украли. А, зачем вы так делаете? Мужчина, не надо. Сейчас ДТП будет, вы просто будете. Сейчас все в крови, мясо здесь. Секундочку, дайте мне показать человека. Да. Сколько у вас ублюдков? Я только вас. А вот мальчик стоит. Проплаченный. Мальчик стоит. Мальчик, зайчик. Проплаченный ублюдок. Сколько за это имеешь? Да? Да. Сколько? Ну, я же главный редактор, ты минуту сюда. За деньги же. Раз туда. Ну и все, тогда что ты прыгаешь? Ну прыгаешь за деньги, да в другом месяце прыгаешь. О, как вы сейчас на главного редактора сейчас. Так от нее запах алкоголя исходит. Да? Женщина, а почему от вас запах алкоголя исходит? Ну что это делаете? А тебе кто позволил здесь вообще меня фотографировать? Я вас не фотографирую. Ну ты мне не снимай. Я когда скажу, когда я вас снимаю. Вы слишком взрослые. Да. За деньги вы это будете еще мне подкрыть. А вы хотите уже даты походу и надо направить? Да ты уже получил свое. А, уже ты сейчас вот отработаешь и будешь снимать. Естественно.
Да и что дальше? Я могу дать. Ничего не нужно. Не нужно, девочка. Кстати, вы видите, что я не нужно, не нужно так делать. Я не адекватно. Вы могли бы просто... А вы ко мне не подходили, раз я даже адекватно. Просто документы и ничем не было. А вы смогли бы... Слушай, я заплатили. Ты ничего не учился. Ну, отдыхай. А я еще хочу вторую часть платить. Да, мне еще сколько? Сколько надо? Нам деньги платят. Да пошел ты. Хочу вас предупредить, что это уголовная ответственность для вас. Если я его на повреждение сделаю, а это пощечину можно дать. Да, я хорошо знаком. Хорошо. Это не является хулиганством. Это не является. Это не является хулиганством. А ты меня не снимай. Тихо. А ты меня не снимай. А ты убери это. Еще раз говорю, уголовная статья для вас. А я вас не спрашиваю. А ты мне докажи, что я тебе разрешил. Она одного человека уже ударила. А ты меня снимай. А зачем он меня снимает? Вы... А почему? Я не выступаю, во-первых. Он меня спросил, меня можно спросить? Я разрешила? А кто позволил меня снимать? Я разрешила? Он пускай спросит меня. Я встаю, что он ко мне пришел? Он ко мне, представьте, еще он меня снимает. Я вас прошу, еще он снимает меня? А он меня можно снимать? Полицейский, от нее сильный запах алкоголя исходит. Вы чувствуете? Нет? Мне просто, не знаю, может показалось? А нельзя снимать, вы только что говорили. Ознакомьтесь со 144 статьей Уголовного кодекса. На 2 года можете уехать. Это нет, вот только начинаем проплачивать. А, да. Уголовница, блядь, вы уголовница. На 2 года вы можете в тюрьму уехать. Да. Хорошо, ладно. Все, они сняли, все это сделали, все нормально. Еще снимем. Сейчас только будем проплачивать. Вы на месте будете проплачивать? Да? 144-я статья Уголовного кодекса, напоминаю, зайдете домой, погуглите, чтобы не уехать на 2 года. И не бейте больше нашего сотрудника. Давай, пойдем, Валер. Да. Женщины, не бейте, пожалуйста, наших коллег, я вас очень прошу, они журналисты. Да они, это самое, проплаченные говнюки, дешевки. А кто конкретно? Усугубляете свое положение. Какое? 144-я статья. Вы же физическую... А кто конкретно, вы простите, пожалуйста? Вы применяете... А я вам позволю? Кто вам разрешит? Не надо. Ну а что вы меня не применяйте в отношении меня... Девушка, а уточните, пожалуйста, кто конкретно идиоты там, кто говнюки или как вы там выразились? Что тебе надо? Вот конкретно кто? Просто уточните, кто... Ты деньги получил свои? Нет. Вы хотите мне заплатить? Ты уже их вы хотите мне заплатить? Где работай дальше? Что ты вы хотите мне заплатить? Ты что хочешь? Вы хотите ты мне заплатить? Ты мало получил, что ли? Вы понимаете, вы произносите слова, лопаухи, которые... Ты мало получил? Лопоухий и хочет уточнить, он ли идиот и говнюк? Можно уточнить, пожалуйста? Мне кажется, это родственница Афонина. Да. А ваша фамилия не Афонина случайно, нет? Ну вы оскорбляете молодого человека. Еще одна. Что это значит одна? Еще очередная. Столько идиотов, еще одна появилась. Еще одна. А почему вы оскорбляете? Вы что хотите? Я просто хочу узнать, вам почему нет, вам что надо? Почему вы оскорбляете? Нет, а вы что хотите? Руками не машите. Нет, а вы что хотите? Я хочу узнать, вам почему вы оскорбляете людей? У вас лицо что-то с вашим лицом перекосилось. Вы перепили? Пропившаяся какая-то. У тебя плохая борода, понял? Лопоухий с бородой. Но непонятно, кто из нас идиоты и говнюки еще. Кто из нас бородатый, непонятно. Да. Вон там, вон женщина. Только что меня немножко ударило по голове.
не зная даже за что. Вот. И кого-то она назвала говнюком и идиотом. Но я точно не знаю кого, но вроде лопоухий тут я один. Вот. Я, если честно, не знаю, как это воспринимать, как оскорбление или нет. Вот. Еще женщина зачем-то хочет дать нам денег, походу. Платить. Да, вернее, она утверждает, что уже проплатила. Но что-то... Мы сейчас проплатим. А, проплатим? Да, сейчас мы им проплатим, что-то такое. Ну, в общем, непонятно, какая ситуация. Я, если честно, не знаю, как это воспринимать. Но голова что-то побаливает, да. Надо сразу конкретные суммы предлагать. А вот это, сейчас вам проплатим.